разговор — это же трансляция того, что мы закладываем. То, что я закладываю, то, что какой-то другой дирижер, другой коллектив закладывает, да? В зависимости от того, какое отношение заложили, то, собственно, транслируется на зрителя. Такой элемент волшебства, наверное, какой-то происходит необъяснимый. Объяснить, ну, так скажем, с научной точки зрения, мне кажется, это невозможно. Все равно это и человеческий голос, он в любом случае имеет воздействие, да, все-таки живой голос на живого человека. Идет, когда даже, вот, например, даже если в музыкальной школе не бывает хорового отделения, но все равно все ходят в хор. В моем случае это было с подготовительного класса, да, когда по чуть-чуть, потихонечку всех, так скажем так, вот объединяли. Но это такой момент сначала воспитания коллективного. Ребенок, так сказать, вливается в это и уже даже становится интересно. Это, конечно же, зависит от дирижера, педагога, руководителя коллектива, какого-то любого детского ансамбля, хора, неважно какого состава, вот, который должен заинтересовать прежде всего. Ну, собственно, вот, наверное, меня заинтересовали этим и заразили. Сподвигла, так сказать, еще мой педагог Ольга Валентиновна Полежаева. Она заведующая отделением здесь в колледже дирижерско-хоровым. И я у нее, можно сказать, был с детства. Хор мальчиков изначально был. Вот, это сейчас у нее разные составы. А тогда вот, да, она нас всех объединяла, заражала. Матвей очень красиво дирижирует по каждым долям. Он ставит долю, немножко руку убирает. Не нужно, пожалуйста. Потом уже поступал сюда, в колледж. А уже здесь уже произошло вот уже полное понимание, что я получаю профессию.
Получается, меня затянули, наверное, в эту орбиту, вот так постепенно, наверное. Вот ребята, которые у нас поют в хоре, тоже студенты с 1 по 4 курс, тоже видна разница курсов. Очень, очень яркий контраст, когда ребята только приходят, даже, наверное, не понимают, куда они попали. Наверное, вот так. И с каждым курсом вот как-то вот, знаете, вот они все были такие зрелые, и они уже вот сами что-то хотят сделать самостоятельно. Но у нас как бы программа такая строгая, учебная, да, тут лишних движений мы не делаем, ну, в хорошем смысле, потому что все контролируется педагогами, чтобы это все было под присмотром, и все было сделано правильно, вот что самое главное. Не то, что там им что-то не дают делать, просто ребят важно научить на этом этапе ремеслу, чтобы какие-то действия до автоматизма доводились, тот же самый вокал, техника дирижирования и так далее. Вот. И вот этот вот весь комплекс уже к четвертому курсу уже дается вот такая некоторая свобода. Да, и ребята пробуют что-то, делают. Вот это очень здорово. На моем третьем курсе приехал камерный хор Московской консерватории под управлением уже тогда Александра Славовича Соловьева, доцента еще тогда на тот момент. Он вот только-только тогда принял коллектив после ухода Бориса Григорьевича Тевлина, народного артиста России. Это для хоровиков очень такое значимое имя. Вот. И, собственно, вот эта вот школа Бориса Григорьевича, которую вот Александр Славович продолжает, и, собственно, я его учеником являюсь сейчас, тогда меня вот еще директор Наталья Константиновна вызвала в кабинет, говорит, тебе надо поехать. И она сразу договорилась, и я поехал на первую консультацию. И, собственно, с этого момента меня вот туда, вот, так скажем, завьюжило. Вот. И когда меня пригласили уже сюда, я уже прошел все обучение, поступил на тот момент в ассистентуру-стажировку. Уже это поствузовское образование 2 года, исполнительское. Вот. И вот мне предложили как бы принять хор отделение. Им нужна была какая-то свежая кровь, новое дыхание. Хотели как-то вот разнообразить вот этот вот и учебную, и концертную деятельность. Вот. Ну, собственно говоря, вот уже 5-й год заканчивается. Я с большим удовольствием приступаю к работе с ребятами. Да, не всегда что-то получается, но я им всегда говорю, я не даю вам никогда тех сочинений, которые вам не по силам. Даже если мы что-то брали, немножко как бы так за делом, на чуть как бы по требованиям и по возможностям, может быть, чуть посложнее, чем они могут, но это рост, это залог роста. Мы можем что-то попробовать, бывать не пойдет, мы отложим. Но в любом случае это они знакомятся с репертуаром. Помимо специальности, класса по специальности дирижирования, помимо других профильных предметов. Я считаю, что вот у нас такая довольно разнообразная программа. Ребята познают музыку, вот, и, собственно, мне вот интересно с ними, вот это, так скажем, ваять всю вот эту музыку, музицировать и как-то вот с ними взаимодействовать, им что-то давать.
передать свои знания, те, которые я получил в консерватории, вот эту школу Бориса Григорьевича, Александра Славовича Соловьева. Вот, и, собственно, мы выступали вот недавно в Москве, в Рахманинском зале консерватории на Великопостном фестивале. И до этого еще в самый первый раз мы приехали 2 года назад на фестиваль «Дни Победы посвящается». Да, у нас там была программа военных песен. Вот, и, собственно, вот тогда был такой экзамен, когда мой профессор Александр Славович, он же, собственно, строитель, организатор этого фестиваля, вот, он был на концерте, и он похвалил нашу работу. Для меня вот это очень ценно. И вот у нас был такой своеобразный экзамен тогда. На сцене смешанный хор Калужского областного музыкального колледжа имени Танеева, художественный руководитель и дирижер, лауреат международных конкурсов Максим Пиманихин. Вот это взаимодействие с ребятами, возможности какие-то выехать, выступить. Даже пускай это будет музыкальная школа для ребятишек, для потенциальных абитуриентов нашего учебного заведения. Всегда относимся вот с ответственностью. Да, именно вот ради этого мы здесь все. Смешанный хор колледжа Калужского — это вот мой основной коллектив, можно сказать. Мне дали тогда, вот 5 лет назад, карт-бланш, как бы делайте, что хотите. Были моменты, когда не все там понимали наш курс, куда мы идем, но мы пробовали, мы щупали, что-то вот находили, либо не находили. И вот как раз вот к концу вот этой 5-летки моей, я считаю, что у нас достойный репертуар в коллективе, и все на должном уровне. Вот. А что касается моей работы в Москве, там я хормейстер камерного хора Московской консерватории, ну и по совместительству помощник Александра Славовича Соловьева. Вот. И там работа немного иная.
там у меня больше вот именно вот эта сторона организаторская, собственно, что мне и помогает здесь вот в управлении коллективом, когда есть опыт, и ты знаешь, как устроить концерт, как его от нуля, так скажем, с подбора репертуара до концертного выступления полностью выстроить. Мое нахождение вот в этих разных орбитах и такое, знаете, перемещение, то, что я и здесь на неделе, и там на неделе. Это мне вот дает вот этот тонус, который, собственно, идет на результат. Тот результат, который вот видят у нас наши коллеги, зрители и так далее. Вот именно вот коллектива студентов. Для каждого музыканта, неважно, инструменталист или дирижер, мне кажется, именно конечный итог, вот он дает полное вот удовлетворение. А, конечно, когда ты вот выходишь уже на сцену, и ты вот показываешь свою работу, да, и у тебя все совпадает с твоим слухом, с твоим внутренним представлением. Но процесс, конечно, не менее интересен. То, что это всегда какие-то находки могут быть. Есть один план, там, репетиции какой-то, неважно, там, начальный этап разбора, либо уже вот работа над исполнительской частью, бывают какие-то коррективы прям онлайн, потому что какие-то вот краски находятся, либо там случайно как-то так вот хор как-то так вот отреагировал на жест, и отреагировал как-то вот интересно, уместно. Вот. И вот, знаете, вот этот процесс тоже затягивает. И вот это вот становление программы или каких-то отдельных произведений тоже вот, да. Но самое главное — это результат, все-таки, мне кажется. Thank you.
источник вдохновения — это камерный хор Московской консерватории. Да, там очень большой репертуар этого студенческого коллектива. Очень много концертов, очень много программ. И какие-то находки для себя я делаю вот в основном там. Классику же ведь изучают на уроках, да, там есть определенная программа, определенный набор произведений, да, вот ребята всю эту классику в любом случае впитывают, это в первую очередь, никто не спорит, да, они должны это воспринять сначала, но я считаю, что нужно давать им какое-то разнообразие и тоже какой-то интерес подогревать именно сочинениями, которые вот современных композиторов, какие-то интересные обработки народных песен, либо просто вот песен военных лет тоже. Делали программу, брали часть вот что-то с камерного хора, взяли где-то, я еще какие-то вот находки мои были, которые не исполнялись вообще в Калуге. И вот, у нас такой эксклюзивный, можно сказать, здесь вот внутри коллектива получается репертуар. У нас хор такой живой. Первое полугодие у нас такой очень такой трудный разгон идет, потому что ребята пришли только, считайте, с музыкальной школы, а тут вот как бы такой репертуар, все-таки такой солидный, я считаю, для них. И вот мы потихоньку с ними работаем, мы их внедряем в этот процесс потихоньку. Вот. И уже к Новому году мы что-то начинаем уже показывать. А во втором полугодии вот у нас уже вот как-то вот и программа может поменяться, и как-то вот уже более погибче вот у нас получается готовить программы вот эти вот. Хоровая музыка духовная, она вот имеет еще как бы вот этот такое, как сказать, направление, наверное, концертное исполнение, когда там обострены вот эти средства музыкальной выразительности, когда есть штрихи, прибавляются динамические какие-то оттенки, более контрастные, более яркие, да, как в случае тоже с нашей программой. А здесь именно вот концертное исполнение. Ни для кого не секрет, что еще во времена даже Петра Ильича Чайковского, да, вот всех наших великих композиторов русских, их духовная музыка не воспринималась в церкви. Она вот больше была для концертного исполнения тогда. Хотя сейчас, ну, время меняется, да, и какие-то сочинения или части из литургии, или полностью даже там иногда исполняются, даже вот при богослужении. Тут уже вот такая вот идет вот, знаете, вот уже в классику вошло. И ребятам интересно было именно вот, как эта музыка вообще может быть сделана. Потому что все дирижеры будущие, да, они тоже должны знать. Поэтому тут как бы еще элемент образовательный.
Я вот что-то пробую, что-то смотрю. Вот, и вот, наверное, вот этот вот процесс, наверное, вот выстраивается из какого-то моего исследования вот, да, окружающего и мира, и профессии, и тех людей, которые меня окружают, потому что они сменяются. Были одни, стали другие, да, и тоже вот и у ребят тоже можно чему-то поучиться. Я считаю, просто мы идем тем путем, вот, который мы вот, выбираем и ищем для себя какие-то вот возможности. И мы их создаем, наверное, вот так.